Добрый день. А вы ищете функциональный чай? Вы считаете, что функциональный чай – это чай желчегонный, или чай мочегонный, или чай патагонный, или чай отхаркивающий, или чай слабительный, или чай кардиотонический, или чай гепатопротекторный, или чай желудочный, или чай пищеварительный, или чай для кожи, для легких, для глаз. Вы ошибаетесь. Все вышеперечисленные чаи могли возникнуть только по одной простой причине. Это старый менталитет, который пытается насиловать работу вашего собственного организма. И если вы считаете, что этот чай может помочь вашему здоровью, ищите другие источники. Такой чай может только дестабилизировать ваше здоровье. Усилив желчегонную функцию, он нарушит патагонную. Усилив отхаркивающую функцию, он нарушит работу кишечника. То есть такие чаи не могут гармонизировать работу вашего организма, они могут привести нарушенные функции к идеалу. Вопрос в другом. Нарушается функция не просто потому, что вашему организму захотелось задержать желчь, или удержать где-то мокроту, или удержать работу кишечника. Функция нарушается из-за того, что организм ваш не может работать в тех условиях, которые вы его поставили, поэтому у него изменились какие-то параметры его жизнедеятельности. Насилие над организмом приведет к тому, что поломается где-то в другом месте, и вы будете постоянно находиться в состоянии лечения. Ну, на это была настроена, к сожалению, вся наша советская медицина, и те, кто работает по этим принципам, ну, они пытаются насиловать работу вашего организма. Если вам нужно другое, если вам нужен высокий уровень здоровья, если вам нужна хорошая работоспособность, а не отдельные усиленные элементы вашей жизнедеятельности, обращайтесь. Работа по методу доктора Скачко вам поможет гармонизировать работу вашего организма и жить в состоянии здоровья без болезней.